Международный день защиты детей, как продолжение Дня семьи, сегодня можно считать одним из самых актуальных праздников. 1 июня культурно-спортивный центр «Мечта» открыл свои двери для всех тех, кто ежедневно отдает тепло своих сердец, заботу, нежность и внимание детям. В зале собрались люди, преданные делу воспитания самых юных жителей нашего города, работники учебных и дошкольных учреждений Одинцова. После открытия занавеса всем собравшимся был представлен отрывок из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» в исполнении хореографического коллектива «Вдохновение» Одинцовской школы искусств под руководством Елены Аникиной. Порадовать своих педагогов на сцену вышли воспитанники театра-студии «Ладушки», возглавляемой Дианой Минихановой. В этот праздничный день все теплые слова искренней признательности звучали в адрес многих и многих педагогов, чей яркий талант успешно реализовывается в Одинцове. В зале присутствовали и заслуженные ветераны дошкольного образования, чей непоколебимый авторитет снискал уважение среди коллег и родителей. Пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия прозвучали от главы городского поселения Одинцова Александра Гусева. Спасибо вам большое за ваш труд. И всего-всего вам самого наилучшего в деле воспитания наших любимых детей. Никто из работников дошкольных учреждений города не остался без внимания. Воспитатели, повара, музыкальные руководители, заведующие детсадами – все были отмечены ценными подарками и благодарственными письмами от администрации городского поселения Одинцова. Оригинальное поздравление прозвучало от заслуженного артиста России – сатирика и юмориста Николая Лукинского. От всего сердца поздравляю вас с этим замечательным праздником. Вы знаете, у вас вообще, наверное, лучшая профессия на земле. И я, судя по зарплате, нет, а так да. Действительно, вам доверяем и отдаем самое дорогое, что у нас есть. Спасибо вам за ваш труд. Я желаю вам крепкого здоровья. Я желаю вам счастья большого. Я желаю вам хорошей зарплаты. Спасибо. Огромной зарплаты. Ну и иногда улыбайтесь, и все будет прекрасно. Звезда эстрадной сатиры рассмешил представителей серьезной профессии своими остротами, чувством юмора, пародиями и анекдотами. Собравшиеся смеялись до слез. Овации на празднике не смолкали. Все детские коллективы, выступающие на сцене «Мечты», со своими вокальными и танцевальными номерами. Это юные звезды города, участники ежегодных фестивалей «Одинцовские самоцветы». Кого здесь только не было. Воспитанники Одинцовской школы искусств, квартет «Гармония», хореографический коллектив «Каблучок». Заглянули поздравить действующих педагогов и заслуженных ветеранов образования и солисты ансамбля песни и пляски «Красная звезда РВСН», заслуженные артисты России Николай Сучков, Сергей Никитин и Михаил Зубарев. Насколько счастливыми и полноценными будут первые годы жизни наших самых маленьких горожан, от педагога зависит как ни от кого другого. Доброта и фантазия, мудрость и терпение – вот те качества, которыми необходимо обладать представителем одной из самых гуманных профессий, чтобы наши дети добились успехов в жизни. Дмитрий Яковлев, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».